Дорогой наш Владыка, уважаемый, глубоко уважаемый мой человек, я благодарен Богу и судьбе, что в моей жизни случился 2018 год, что вы приехали в Нижний Тагил, что мы с вами познакомились, и уже на протяжении, пусть еще не очень длительного времени, идем рука об руку. Я всегда горжусь, что вы со мной рядом, хотя нас сейчас уже отделяют некие расстояния. Мы немножко занимаемся подаль друг от друга делами государства и церкви, но я верю и знаю, что в моей семье есть не просто владыка, не просто митрополит, не просто мой брат, не просто близкий-близкий друг, а есть человек, который спасает нашу семью от несчастья, от бед, который освещает нам дорогу в этом непростом жизненном пути. Хочу пожелать вам долгих-долгих лет жизни. И я от всей души поздравляю вас с такой красивой юбилейной датой. 50 лет – это рассвет. Это рассвет настоящего человека, настоящего руководителя, настоящего друга. С юбилеем, дорогой наш Владыка!